Всем привет, ребят! Сегодня будет новый ролик. Сегодня буду складывать мой портфель на завтра в школу. А я знаю, я давно видео не снимала. Так что поехали! Портфелем я сходила с этим, а сегодня пойду с этим. Самое необходимое на среду. Ищем зарубежную, вот она. Вот я взяла книжки, которые мне нужны на завтра. Я делала на них обложки. И сейчас найду на них тетрадки и покажу, какие я с собой взяла тетрадки. Ищем тетрадочки. Вот они у меня тут в стопочке лежат. И вот сейчас покажу. Первая вот такая, такая, такая и вот такая вот. Складываем это все в портфель. Вот я уже сложила. И складываем в дневник. И выбираем пенал. Я выбираю маленький. Сейчас покажу, что это складываю. Линейка, ручки две. Карандаш простой, ластик, черный такой маркер, корректор. И сейчас туда фломастер положу. Вот я положила. Дальше ложим пенал, выбираю блокнот. Я выбрала вот такой вот новый. И он в клеточку. И ложим его тоже в портфель. Я ложу в портфель антисептик, маску и наушники прилепляю. Вот так закрываем. Пока. Вот так.